парке «Новый Узбекистан» состоялся праздник по случаю Дня молодежи. Были организованы павильоны, где молодые люди демонстрировали свои достижения в области науки, творчества, спорта и искусства. Президент торжественно поздравил молодежь нашей страны с праздником. Albatta, har safar aytganimdek, sizlar bilan uchrashib, ko'nglingizdagi ezgu orzu rejalaringiz bilan o'rtoqlashish, taklif va tashabbuslaringiz haqida eshitish menga doimo hoziram. Shunday xursand bo'lib kelyapmanki, mana shu yoshlarda har bir yo'nalishi bo'yicha uchrashib, qanday-qanday ixtirolar, takliflar, ertangi kunga ishonch bilan ko'zlari yonib turgan mana farzandlarim bergan takliflarini mani juda quvontirdi va albatta menga bu katta g'urur bag'ishlaydi. Sizlardagi shijoat va intilishlaringizni ko'rib, yonib turgan ko'zlaringizga boqib, o'zimga har safar men buni astoydil aytmoqchiman. Juda katta kuch qudrat olaman sizlardan. Sizlar mana shunday kuch qudrat egasisizlar. Глава нашей страны отметил, что пришел на празднование с новыми решениями и анонсировал дополнительные возможности для молодежи. В частности, льготами и преференциями, предусмотренными молодежной тетрадью, смогут воспользоваться примерно 3 миллиона мальчиков и девочек в возрасте от 14 до 17 лет. Количество льгот увеличилось с 11 до 25. С 2022-2023 учебный год сумма контрактов студентов, принятых на направление исполнения МАКОМа, инструментальное исполнение МАКОМа и искусство бахши, будет полностью покрываться государством. Yana bitta yangilik, bundan tashqari endi texnikumlarga qabul yilida bir marta emas, ikki marta tashkil etiladi. Talaba uchun davlat granti soni ikki baravarga oshiramiz. Nima uchun? Yana bir marta aziz farzandlarim, sizlarga qanday qilib bo'lsa ham kasb berdirishga harakat qilyapman. Qanday qaysi yo'l bilan bo'lsa ham faqat bilimli bo'lsalaring kasbli bo'lsalaring albatta o'zlaringi yo'llaringni topasizlar. Shuning uchun bu faqat kasb izlash, kasb topish, mana shu hayotda munosib o'rin topishlaring uchun harakat qilyapti. Shuningdek, texnikum uchun ta'lim krediti joriy qilinadi. Bu hozir yo'q va 80 mingdan ziyod yoshlarga kredit berish uchun moliyaviy resurs ajratiladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda bir nafar IT mutaxassisini tayyorlash uchun kamida 1 yil vaqt va 20 million so'mgacha mablag' talab etiladi. Vaholanki yaxshi mutaxassis 2-3 oyda bitta dastur yaratib ushbu xarajatni bemalol qoplashi mumkin. Agar biz bunga sharoit yaratsak. Кроме того, в этом году 70 студентов, хорошо усвоивших иностранные языки, и их преподаватели будут отправлены в поездку в Великобританию за счет государства. Особое внимание президент уделил вопросу трудоустройства молодежи. Отмечалось, что 220 тысяч юношей и девушек будут задействованы в программах предпринимательства, 130 тысяч в профессиональном обучении, более 110 тысяч юношей и девушек на государственных предприятиях и в частном секторе. На программу развития узбекского национального контента в интернете будет выделено 10 миллиардов сумов. С этого года 36 спортивных федераций, 274 спортивные школы будут работать во взаимодействии с местными сообществами, школами и колледжами. Спортивные команды формируются на каждой улице, в микрорайоне, в каждом учебном заведении. Глава нашей страны коснулся и конституционных реформ. Подчеркнул, что более 70% предложений и инициатив были выдвинуты именно молодежью. Мероприятие продолжилось концертной программой с участием победителей конкурса «Голос» и известных эстрадных исполнителей. Радости молодежи, отметившей свой праздник вместе с президентом, не было предела. Шавкат Мирзиёев не покидал празднование до самого конца и с большим интересом следил за каждым выступлением молодых людей.